Приветствую всех, с вами H-Tion, это обзор на игру, которая очень сильно впечаталась мне в память. Обзор на игру, продолжение которой я жду до сих пор, и оно выйдет вот сейчас, 17 мая. Я думаю, те люди, которые знают, какая игра выйдет этого числа, меня поймут. Ну, конечно же, это Метро 2033. И прежде всего хочу напомнить, что мое мнение может не совпадать с вашим или с чем бы еще, а видео создано для развлечения и несет все цели обидеть и оскорбить кого-то из вас. Итак, приступим. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды, поэтому называется ублюдком. Как вы думаете, почему Метро 2033 стало очень популярным в России? А? Почему в Америке так любят серию игр Call of Duty? Почему на Украине так любят серию игр Stalker, а? И так далее. Да потому что действия игр серии Call of Duty, но во всяком случае большинство, происходит в Америке, а действия игр серии Stalker происходят на Украине. То же самое и с Метро 2033, действия которой происходят в России. А если быть точнее, то в постапокалиптической Москве. Ведь никакому русскому человеку никогда никто не заменит ни русских шапками-ушанками, ни русской тупости, ни родных маршрутных газелек, навсегда застывших снаружи метро. И вообще России. И конечно же, тем, кто читал оригинальную книгу, а Метро 2033 это игра, сделанная по знаменитой книге Дмитрия Глуховского «Метро 2033», и тем, кто живет в Москве или когда-то там бывал, Метро 2033 прибавляет просто неимоверное наслаждение, даже от простого прохождения. С первых же минут вас она настолько потрясает, что хочется сказать класс, потому что вы видите то, что произошло с Москвой, благодаря этому вы можете представить, что произошло вообще с Россией, и благодаря этому вам реально сносят крышу, и вам просто из любопытства хочется посмотреть и изучить поподробнее, что стало с людьми, как они там живут в метро, что у них там творится и как они вообще там выживают. И в самом начале игры вам это хоть и немного, но дают сделать. Вы просыпаете себя дом на станции ВДНХ, и вам дают немного поизучать ее. Там где-то какой-то человек продает мясо, другой человек оружие, еще там один продает боевые каски и так далее. Еще вы видите ферму, где обитают свиньи, и у вас там один человек спрашивает: «Эй, Артем, не хочешь поросеночка?» И вообще, каждый человек, которого вы видите, живет своей жизнью. То есть, например, там есть какая-то небольшая закусочная, и там сидят люди, которые между собой ведут диалог, которые, если подойти поближе к ним, можно подслушать. Потом там какие-то два человека болтают о своем. То есть станция живет своей жизнью, и практически с каждым человеком можно взаимодействовать. Ну, просто подойди к нему, и он тебе что-нибудь скажет. В каждый метр этой станции вложено столько труда, сколько никогда не вкладывали в народного любимца Сталкера. Хотя, казалось бы, половина разработчиков были как раз-таки люди, которые раньше разрабатывали Сталкер. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Ну там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Причем участие разработчиков и Сталкера видно, конечно, не за версту, но достаточно отчетливо. Это и физика оружия, это и озвучка персонажей, при которой иногда доходит до смешного, то есть ты крадешься по бандитскому убежищу, и тебе там твой напарник во весь голос что-нибудь сообщает, и многое другое. У Метро 2033 потрясающий сеттинг. Казалось бы, ну метро и метро, какое там может быть разнообразие? А ведь умудрились сделать и это. Каждая локация — это реально вручную сделанный уровень. Также Метро 2033 — это, наверное, первая игра, где отчетливо выражено то, что ты не охотник, не сталкер, не человек со сверхспособностью, который надирает всем жопу направо и налево, а то, что ты жертва, и вокруг враждебный мир, который при первой же возможности сотрет тебя с лица земли. Монстры, мутанты и другие создания Метро 2033 сами по себе опасны, а стая больше, ну где-то 7 особей — это вообще проблема. По началу игры тебе по закону жанра дают напарников, и ты с ними бегаешь. И в некоторых случаях тебе даже стрелять не надо, так иногда чуть постреливать, пока напарник перезаряжает свое оружие. Но где-то с середины игры тебя начинают приучать к тому, что выживать нужно уметь и одному, нежели с напарником. Метро 2033, хотите верьте, хотите нет, но это довольно страшная игра, в ней довольно много стрёмных моментов, всему этому еще и способствует атмосфера. Возьмем хотя бы уровень библиотеки, когда ты впервые попадаешь в нее, тебе кажется ну все. У тебя есть два напарника, и все будет просто захерен. Но впоследствии одного напарника ранят, другой должен отвезти его на базу, пока тот не умер, и тебе придется дальше идти одному. До этого тебе еще и рассказывают про тварей, которые обитают в этой библиотеке, которые поэтому называют библиотекарями. Причем рассказывают о них, как о довольно сильных тварях. И тут еще главный герой, из-за того, что действие игры происходит на поверхности, а не в метро, то главному герою приходится одеть противогаз, который он так натужно дышит, что самому хочется обосраться. К счастью, есть несколько способов пройти этот уровень. Либо просто пробежать его, не получив никакого кайфа от игры, либо попробовать сразиться непосредственно с библиотекарями, которые при определенных раскладах могут довольно быстро надрать вам жопу. Вам еще повезет, если у вас есть хотя бы дробовик-пулемет, то тогда еще можно как-то выкрутиться. А если у вас есть электрическая винтовка, лупящая шариками, то вообще отлично. 3 выстрела в голову, и библиотекарь готов. Помню, когда я впервые проходил метро 2033, у меня вышло так, что я остался наедине с библиотекарем без боезапасов на автомате и дробовике, и остался без динамита. Ну, еще на пистолете там остался небольшой боезапас, но тем не менее. И мне приходилось делать как? Там есть специально укромное местечко, где библиотекарь тебя достать не может. Я там укроюсь, потом, когда он выходит, беру метательный нож и в него. Потом еще один и еще. И так пока все 5 не истрачу. Потом, когда он выходит, выхожу к нему вплотную и пытаюсь достать их всех, пока он меня не грох. И так я его мочил, наверное, минут 50 реального времени. Так что не тупите, как я. Экономьте боезапас, пытайтесь обыскать всю местность, которую вы можете обследовать. А секреток и нычек и так далее там на каждом уровне довольно много. Моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. В общем, моя оценка метро 2033 это строгие 9 баллов. Всем советую поиграть, потому что, во-первых, сколько хороших игр, действия которых происходит в России, вы можете назвать. Я думаю, что ни одной. И хотя бы из-за этого каждый уважающий себя геймер, ну или просто человек, любящий играть в компьютерные игры, должен сыграть в эту игру. Метро 2033 по стилистике, по особенностям, да даже по жанру обходит народного любимца Stalker. И Метро 2033 одна из немногих игр, которые проходишь не ради геймплея, не ради того, чтобы пострелять, а ради сюжета. Тем более, что стрелять в Метро 2033 из-за физики оружия, ну как-то не хочется. С вами был H-Tion. Если хотите, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на которую дана под видео, в которую я тоже заливаю свое видео. Всем удачи и пока. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом.